27 сентября на судостроительном заводе прошло заседание экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России. На первое выездное совещание приехали представители центрального аппарата ФАС России. Здесь прозвучали действительно актуальные проблемы, проблемы сегодняшнего дня. В частности, там вопросы, связанные, значит, с оперативным решением трудных финансового положения предприятия, которое оно может попасть, значит, выходы из таких положений. Проект в Кодекс об административных правонарушениях, закон о защите конкуренции, закон о контрактной системе. Вот три закона основных. Закон о государственном оборонном заказе. Вот выносились предложения о внесении в них изменений.